Доброе утро. Доброе прекрасное утро. Смотрите. Так вот убирают мусор у них. Всю жизнь так убирали. И ничего не поменялось. Все так убирают. Приезжает машина и закидывает этот мусор. Мама, не бойся. Мама, рецепт скажешь из своих этих пирогов? Скажи. На дачу собираются. Что-то там собрали себе. Да не бойся, мам. Мама, ты вообще-то обещала, сказала, что если я тебя постригу, то ты сказала, будешь сниматься. На что? Ага, один обман, чтобы я на дачу поехал. Спасибо. Ну, мы уже проходили обман твой. Ложь и обман кругом. Доброе утро. Я уже кофеек пью. Мам, ну иди расскажи рецептик. Дай-ка убраться. Стесняется. Мама, ты совсем не актриса. Тетя Галя бы сейчас бы частушку бы спела. Я что-то ни одного комментария, мам, некрасивого не увидел. Я бы сразу заблокировал. Что-то ни одного я не увидел некрасивого. Что ты придумываешь? В твой адрес ни одного плохого комментария не было сказано. Не придумывай. А? Ну, а что ты придумал? Наговариваешь на людей, на моих добрых. Мама, на тебя никто слова плохого не сказал. Я бы заблокировал, даже бы не обсуждал бы. Придумывает. Ты просто боишься, что напишут, а ничего не пишут плохого. Вот, спасибо, говорит. Вот, поэтому не бойся, иди рассказывай рецепт этих своих беляшей. Мы видим. Сыночка поспал, сраный сыночка. Мама заправляет. Сейчас Юля приедет. Сегодня день Х. Сегодня день Х. Сегодня мы едем в Железногорск. Это 50 километров от Красноярска. Тетя Галя, все будут сниматься у меня. У меня все будут сниматься. Все будут работать на мою зарплату. Вот, едем в Железногорск. Сейчас сестра приедет к 3. Вика придет к 4. А может, Вик пораньше придет, не знаю. И поедем. Завтра день рождения у Артема. Мы будем, короче, отмечать. Сегодня мы тоже будем отмечать, гулять. И это, поедем тетя Галя к маминой родной сестре, она живет там, вот, потусим, погуляем там, и у тетя Галя, а потом мы вечером пойдем к Юле домой, и уже будем у Юли продолжать фестивалить, и утром поедем уже в парк, по-моему, потом на лодках кататься, кстати, поедем по озеру, на озере, по озеру, ну, короче, вы поняли. И вечером у нас ресторан рыбный завтра. Вот, а послезавтра мы возвращаемся в Красноярск с Викой. Мам, мы уже все видели, что ты все заправила. Проходи, я тебя не снимаю. Проходи. Расскажи рецепт свой. Мам. Ну дай мне тогда я прочитаю его, господи. Ну а тогда иди расскажи, как этот ребенок, как Вика. Я не снимаю тебя, иди, проходи. Мама, я тебя не снимаю, смотри, я на себя телефон направил. Давай, проходи быстро. Ну, на какой глаз? Ну, расскажи, что ты хочешь. Почему они такие пышные? Пол-литра молока. Пол-литра. Мам, погромче подойди сюда, пожалуйста, не слышно у тебя будет. Пол-литра молока, а дальше? Не, я тебя не снимаю, не переживай. Пол-литра молока, дальше? Подогрела. Подогрела, дальше. Ну? Ну, в чашку там, в тазик. Так. Выливаем. Сухие дрожжи желтые, типа 10-граммовые. Сахар маленечко. Все это сбило хорошо, муку. А дрожжей сколько дрожжей? Вот эта пачечка 10-граммовая. А, это маленькая, которая такая, блистер? Да. Угу. Ну и все, муки туда маленечко. Подбило все и все поднялось. Тесто. Это одно яйцо? Да. Угу. Соль. Угу. Масло растительное. Угу. Ну и все, и муку пошла добавлять на глаз. Мука же всякая разная бывает.
А какую ты добавляешь? Пшеничную? Обычную, высший сорт. Угу. Ну и все, и подбиваешь, раза три я подбиваю. Ну и все, и стряпаю. А как у тебя, а что они такие пышные это получается? Ну, сделала, положила все на столик, укрыла их. А, они набухли? Ну, а потом начинаешь, они же... И потом просто обжариваешь? Ну, масло растительным жарю и все. А почему такие пышные? Ну, потому что тесто хорошее. Они как беляши прям такие. Пышненькие. Я думал, это в жир кидать надо их. Ну, масло это как обычно лью на сковородку. Жарко. Много? Ну, как маленечко скрыть. Не скрываются, они мне чуть-чуть не скрывают. Ну, вот я же говорю, что да. По ощущению, что они как будто бы это... Ну, и все, и на полотенчика потом на салфетке ложу, и все. Если просто обжаривать, они же не поднимутся так. А почему? Я на сковородке жарю, почему? Ну, ты масло много наливаешь. Я говорю, если бы обжаривать просто на ну, чуть-чуть маслица. Ну, чуть-чуть. Просто... Они не скрывают и все. Ну понятно. И на медленном огне жарю. Ну, сперва нагрела сковородку. Ну а потом уже здесь на столе полежали, укрытые. Все. Сколько лежат? Минут 30? Да, ну поменьше я держу их минут 20. Все, и пошла, которая первая начала, те из тех начинаю стряпать. Ну все. Ну прекрасно. Они потом сами переворачиваются почти сковородки. О, так это много масла налить надо. У тебя глубокая сотейник у тебя, что ли, или что? Обычно сковородка. Нет, но они маленечко не скрывают. Кто здесь? Кто здесь маленький такой котенок? Покушал, покушал. Сыночка делает на глаз. Молодец. Все, благодарим тебя за рецепт. Ой, по жопе видал. Королева красоты. Королева красоты. Маленькое облачко. Это там этот, что-то откуда ржавчина, да, там была или что это такое? У нас же здесь же этот, доски, ну как это был сам строй, кто здесь жил. Ничего не можем сделать. А поэтому пол скрипит, да? Конечно, это же надо здесь пол подымать и потом это как-то... Это же у нее сколько работает. Угу. Мы хотели здесь это. Ой, работы хватит. Ну да, да. Да это все страшно. Вообще просто разбивает. А вы не хотели соединить? Вот это же можно стену проломить, вот эту. Да. И соединить, можно сделать гостиную эту. Типа сделать кухню с комнатой. Настолько это работает. Это ногой выбить можно. Вот это же, вот это получается несущая, да? Да. А эту можно выбить, вот эту да. стену. Да. Я бы так и сделал, если бы здесь жил, я бы ее нахер выбил. Сына некогда этим заниматься. Сделал бы этот, такой, знаешь, это, типа гостиная с кухней соединил бы. А что, куда он столько комнат? Вику уже пора выселять в другую квартиру с Артемом. Когда выселим, когда нас не будет, ломайте здесь, продавайте, все. Я-то что? Так, ладно. Так, я готовлюсь к вечеринке, к двухдневному запою. В общем, жду сестру Юлю, жду Диму и ее мужа. В 3 часа они должны за нами заехать, время сейчас. Время сейчас, по-моему, 12, вот. Вика мне оставила маску, пошла на работу, говорит, сделай себе маску. Видимо, посмотрела на мое лицо, сказала, подумала, что все плохо. Вот такую масочку она мне предложила. Я думала, она бесцветная, потому что она сегодня, вчера ночью давала, знаете, ну, перед сном, давала другую маску, сейчас я покажу, тоже поет, вот, ну, уже нанес, думаю, ну, ладно, я думал, бесцветная она будет, но пофиг, придет, ну, как бы, мне все равно в душе идти, вот, сейчас покажу, какую вчера наносил, кстати, перед сном, тоже крутая маска, сейчас, секунду. Смотрите, Вика мне давала вчера такую умывалку крутую, очень мне понравилась такая умывалка, вот, а маска... А где маска? Очень понравилась. Тоже поетовская. У нее тут еще есть какой-то тоник поет. Я его не пробовал. А маска какая? Не поет, кстати, была маска. Сейчас, секунду, нашел. Вот эта маска. Она покупала в этот, в Ривгош или где? Или Эльдебате. Вот такая. Очень тоже клевая. Она бесцветная и можно ее не смывать. Прозрачная такая, с какими-то там частичками. Ну, клёво, кстати, очень мне она понравилась. Поэтому.
Все, пойду я кофеек пить. Да, маленькое облачко от меня не отходит. Куда я, туда и облачко. Куда я, и туда маленькое это облачко. Да, моя девочка, да, жопочка. Покушала, да? Да, 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 кисуль. Че, моя девочка, господи. Ты поела, как будто бы, знаешь, это... Купалась в еде своей. Сейчас тебя прочешу. Да, да. Мама. Беги, мам, беги. Покажи. Клоун веселый бежал по дорожке. Вдруг у него запутались ножки. Все переделал, все подготовил. Бриллианты отмывал, сейчас сидел. Кажется, они у меня были все, видимо, в лаке для волос. Ну, понимаете, да, парикмахер. Вот, и это отмыл. Лежу, жду. Время 2. Через 2 часа Юль приедет. Вика придет, наверное, через час. И... Пать на кровати. Ну что, мы собрались. Ждем, да? Да. Ай! Ты готов? Да. Все взял? Да. Запасную одежду? Да. На 3 дня едем? Я все взял. Зубную щетку? Я готов. Зубную щетку? Все взял. Молодец. Да. Диван берешь? А? Диван берешь? Диван? Диван. Мне сложно будет. Ну бери, бери. Юльку попросишь, Юлька его донесет. Ну да, в багажник, да, вместится. На улице у нас похолодало, кстати. Беру с собой кофточку. Такую тепленькую, такая хорошенькая. Поеду в этих джинсах. И черную с собой еще футболку взял. Лёля, Лёля. Ну? Сегодня у меня влог на канале. Вечером будет. На каком? Мы приедем в Железногорске, я его выложу. На каком канале? На моем. На каком твоем канале? Озвучишь, не хочешь его? Хочу озвучить, да. Давай. Сейчас рекламу сделаю. Реклама? Да. Тёма, она платная. Я подарю тебе кусочек счастья. Да. Ты можешь подарить мне, подожди, давай я так вот переверну. Да. Видите, у него со мной влог есть. Артём Кривенко. Вот со мной влог есть. Ну, это приветственный влог. Да, 34 ну, смотрите, подписчика. Видите, день с Лёлей. Сколько там у тебя уже просмотров? 53. И, ой, да. Подожди, 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 не туда нажал. 53 просмотра, здесь 104, ну круто, круто, молодец. Да, давай посмотрим, сколько лайков. 13 лайков. Лайков. Видишь, дизов пока нет, хейтеры еще не добрались до тебя. Да, и не доберутся. Хейтеры прекрасные люди. С ними если поговорить один на один, они вообще великолепные, я бы сказал, люди, хорошие. Просто им не хватает внимания, любви и ласки. Который я вам дарю, хейтеры. Вика говорит, бежит, летит. Летит прям? Лиза, 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 Лиза. Тут только Лиза летит. Лиза, Лиза, поехали. Лиза, поехали, поехали. Какая умная собачка. Она тебя... Ну-ка, блин. Ты на вкус попробуй. Может, Лиза нас сцела? Ты так возьми на язык. Шучу. Тёма, шучу. Видите, у нас погода. Чё, нету здесь разделения? Цельное? Вот. Подпольное. Дождик идёт. Моросит дождь. Нам дождик нипочём, да? Ага. Нам вообще пофиг. Всё, ждём Юлю и Вику. И Диму. Так, кто там папа у меня спрашивал? Где тут? Вот папа. На дачу собираются. А я по полю, да по полюшку иду к тебе. Такая милота. Сейчас чат меня снял. Ждем. Ждем Юлю, Диму. Он машинка черная едет. Они тебе не дают спать, да? А? Спать тебя не дают. Нет.
Вероника из цели жарит марки два раза. Под солнышком, да, уже? Так. Ну, вот эти Галь, смотрите, там собака какая большая. Вон, смотрите, какой он раньше был, щенок. Сейчас она в туалет. Пес какой-то. Аль вообще маленький раньше был. А второй раз? Давай, покажи, как ты это делаешь. Давай, давай, покажи. Давай, давай. Сейчас. Ого, ого. Тём, ты чё? Чё, дурак, что ли? Тём, так не делай больше. Ну что закручивай, давайте разнесём тут всё. Специально сделал так, чтобы выбить. Тём, так не делай больше. Галя тебя выгонит нахрен отсюда. Детишки, блин. Смотрите. Красота у тёти Гали. Ты на втором этаже. В этой спальне не буду заходить. Давайте, ведите себя хорошо. Да? Ты молодец, ты умница. Ну, ты не факт. Дёма так аккуратно ударил, а ты это... Сила есть, ума не надо, да? Нет, она сбивает. Тём, аккуратно, давай Дёму не повреди. Старый дом. Ничего себе. Слава богу, самая страшная фотография пролистнула. А, что, вот видишь, сидит. Юля. Как молоды мы были. Хозяй, это кто такая? Давай там, где... Давай. Подожди, это что? Это друзья. А, это Серёга. Так. Это мои подружки. Юрка, тебе не узнать, какая ты... Красивая сейчас. Ты вот в конца как-то листаешь? Ну, как мне... Кстати, я не видел ее, вчера видел ее. Не спилась еще? Молодец. Она вообще вредная, она пошла, у нее все подорожало, потом записали запись. О, тетя Галя, смотрите, Бритни Спирс прям. Вообще прям. Огонь. А здесь... Ирка. Ирка, да. Такая вся на стиле. А Ирка, она такая сейчас... Молодец, такая деловая женщина. На ютубе на тебе. О, угу. Санек, он уже женился. Ага. Это он туда же с этим, он все Швайн, Швайн ходил, кричал. Да-да-да, Швайн, Швайн. Это работает, это не тот адрес. Дядя Ваня тоже. Это... О, бабушка. О, смотри, какая водка. Зинька. Женя, это кто, Ира? Ира. Ира, Женя. Это не я. Это другой Женя. Да Яков лучше. Ирочка, Юля и Женя. Что у нас на компе фотографии? У нас фотографии. Смотри, какой молодой. Серега вообще. О! О! А теперь на них камеру. А Жень. Это кто? Сашка. Это племянник. Чей ребенок? Это Москва. Наташин. О! Андрюха. Это с вами, да. Андрюха. Там кто-то папу спрашивал. Вот он. Ну, уже не в том сиде пока. Настоящий полковник. Фотографии свадьбы. А, точно? Да. Только сегодня про него вспомнили. Когда у нас гонял. О, это у нас в гостях, помнишь, что пальма? Пальма была. Да, это у нас. Как удачно здесь Серега нас прикрыл. Куда? Сейчас. Галя, красавчик. Так вот так вот увеличить. Ага, мне тоже охота. Там есть такой момент, я тоже замечала. Красота, да? Вообще красотка. Ну вот у Тури спроси, что он любит. Да старый дом там выйдет, на лавочке фотографии. Там еще хром, по-моему, да? Вообще зверей. О, смотри. Помните эту общагу? Да, да. Кем мы красиво ее рисовали? Да не красиво. Особенно эти челки Sailor Moon. Во-во-во, две красотки. Деревня. Это последняя. В деревне, не деревня, а в деревне. Деревня. О,
О, Юля, а чё, очка? В Андрюхе, да. Ой, мне здесь же тоже... Так, это мы здесь смотрели. А сколько мне лет было фотографию-то, тетя Люда, портрет-то мне делала? Я посмотрела... 45, по-моему, тебе было. Ты в Андрюху зарубала на свадьбе. 45. По-моему, 50, потому что там 25 умножить на 2. Значит, полтинник. Ну, может, да, наверное, тогда полтинник. Молодец, Саша. Ну, слушай, Демка здесь на тебя похож. Это же ты? Да. Вот здесь он на тебя похож. Да, кстати, ага, реально. Самый зачет. Такой зайка. Женя, ты такую видел? О, боже, тетя Галя. Рост, что надо, примета. Возраст 25, прикольный рост. Значит, полтинник здесь. Лет 25, наверное. Так, ну-ка, считай, Жене, сколько здесь не написано. Короче, им под, надо по 3 годика, по 2 года. Это наше последнее. Сереге, наверное, 5. Которого мы ездили. Да, угу. Кстати, да, мы же потом... Стрижи этих бедных ловили. Да, мы говорили с Димкой, вспоминали. Я говорю, господи, где мы только не были, блин. На 2,5. На года 2. А, это свадьба. Да? Это да, свадьба. Да, да. Это вот единственное, что осталось. Ну, где-то, ну, если... Это у нас. 25 лет. Это у вас дома, да. Так тут даже рубашка висит. Еще полегче это было. Ну, это было. Что, ты считаешь? 6, 8, 10, 11. Все, да. Сколько? 4, 6, 8, 10, 11, 13.